Итак, добрый день. Мы начинаем вебинар. Я хотел бы вначале немножко рассказать о том, какая у нас сегодня будет программа. Сегодня мы с вами рассмотрим систему управления бизнесом и систему масштабирования нашего бизнеса. Почему такая тема была выбрана? Потому что на сегодняшний день существует множество методик, способов и механизмов для развития бизнеса. И важно четко понимать, насколько эти методы и способы позволят масштабировать ваш бизнес, насколько они способны сделать его дублицируемым, и насколько эти способы и методы направлены на то, чтобы этот бизнес работал через некоторое время без вашего участника. Вот, поэтому выбрана такая тема, как способ масштабирования бизнеса. Что я понимаю под масштабированием бизнеса? Прежде всего, это способ ведения бизнеса, когда мы можем на расстоянии создавать сети, создавать организацию, и эта организация будет самодостаточно развиваться. Это первое. Второе – это то, чтобы эта организация могла дублицировать нас. То есть, когда организация без нашего участия дублицирует систему, которая заложена в начале, и развивает сеть, и создает организацию. И третий важный момент – это то, чтобы эта методика помогала развитию новичка как личности, его профессионализма в области нутрициологии и сетевого маркетинга. Вот. Поэтому, исходя из этих принципов, масштабирование бизнеса направлено на создание самодостаточного бизнеса, который не зависит от вас более чем, например, на 5%. Да? То есть вот возьмите, проведите тест на сегодняшний день, на сколько процентов зависит мой бизнес от лично меня. Да, то есть, если вы не будете, например, целый месяц или целый год, да, ну, ситуация, включены в этот процесс, какой по итогу у вас останется чек? Вот, поэтому гораздо важнее на сегодняшний день вкладывать время, инвестировать свои ресурсы в те методы, инструменты, которые смогут работать без вашего участия через некоторое время. Безусловно, нужно вложить время, чтобы раскрутить, создать систему, раскрутить тот или иной метод. Вот поставьте плюсик, кого интересует способ, каким образом можно масштабировать свой бизнес, чтобы он развивался самодостаточно через некоторое время без вашего участия. Угу. Так, Елена, Ольга, да, вот интересно было бы еще увидеть, из каких городов, ребята, вы. Напишите, пожалуйста, в каких вы городах. Угу. Так. Хорошо, да, я понимаю, что это актуально, безусловно, город Самара. Почему? Потому что эта система позволит нам развивать сеть на расстоянии. Да? Вот я, например, проживаю в Беларуси, в городе Минске. И особенность нашей страны, ага, Рославль, Минск, Симферополь, Самара, в общем, обширная география, здорово. И география Республики Беларусь заключается в том, что в среднем из любой точки нашей страны можно попасть в Минск на расстоянии 300 километров, ну, не более 400, да, 300, там 250-360, понимаете? И модель ведения бизнеса в Беларуси, она, в принципе, позволяет иметь огромную армию там, специалистов, нутрициологов, врачей, каких-то способов, которые, в принципе, позволили бы людям приехать в Минск. Но, тем не менее, наша команда белорусских директоров использует модели, которые бы работали на расстоянии. Для чего? Для того, чтобы масштабировать бизнес. Да?
Вот. Ну, если взять, рассмотреть, например, Украину, наших соседей, да, наших друзей, Россию, Украину, то масштабы страны совершенно другие. Несколько раз больше Украина, несколько десятков раз больше Россия. И поэтому ориентация на каком-то, например, гуру-специалисте или, например, на методике какого-то обследования, да, приводит к тому, что новичку для того, чтобы масштабировать бизнес, можно, например, вот Оберон, да, вот хорошая такая тема есть, ну, для каждого хорошая, для кого-то не очень, которая ориентирует, что для того, чтобы мне масштабировать бизнес, мне нужно закупить такой же прибор, как новичку, да, или ждать, пока мой спонсор приедет с таким же прибором, или же ждать, пока приедет мой спонсор, например, врач, да, и я привел поток людей. То есть это не развивает бизнес, это формирует вовлеченность до 100% спонсора, да, или лидера, или же директора, от которого уже зависит рост бизнеса. Почему? Потому что этот способ ведения бизнеса, ориентированный только на какое-то оборудование или специалиста, он хорошо работает как дополнение. Как дополнение. Но основная цель наша – это дать базу нашему новичку. И вот как раз-таки не доктор должен убеждать специалиста или оборудование, что у нас такой классный продукт, и вообще добавки – это добро, да, и приносит пользу. Основная наша задача, чтобы подготовительную работу провел заранее партнер и донес саму идею нутрициологии, идею здорового питания, идею фитонутрицептиков, да, парафармацевтов. То есть это работа, которую выполняет всегда партнер. И тогда он становится авторитетом для новичка. Или же не становится авторитетом, если он просто переключает на специалиста нашего новичка. Что происходит? Происходит следующая ситуация. Я наблюдаю в организации как один, так и второй способ развития бизнеса, когда сразу новичок переключает партнера, точнее спонсор переключает партнера новичка на специалиста. А он тогда кто в глазах новичка? Вопрос. Второй момент, когда он дает концепцию, базу, и после этого, если это нужно, а нужно это всего лишь 5, ну, из моего опыта 5-10%. У кого-то, может быть, будет 20% людей, которые нуждаются в высококвалифицированной медицинской, врачебной помощи и консультации. Да? И вот когда есть база у новичка, мы подключаем его к специалисту, вот это называется профессионализм. Профессионализм, потому что дистрибьютор уже в глазах новичка выглядит личностью, нутрициологом, консультантом, либо же специалистом по здоровому питанию. Да? Или же не выглядит, если он сразу же переключился на специалиста. А почему такая длинная подводка? Все очень просто, да? Вы знаете, что мы с 2004 года, наша команда работает с программой реабилитации ЖКТ, которую разработал Вячеслав Антилевский. Вот, идея классная, уже давно можно диссертацию, нужно защитить. И с этого все началось, в общем-то, в истории развития вот именно продуктового подхода в Беларуси, да, потому что до этого мы тоже работали очень плотно с каталогом, когда ты разные схемы используешь. А благодаря вот такому первой программе у нас появился импульс, да, то есть вот маркетинговая составляющая, создать концепцию управления здоровьем. Да, и вот уже 2,5 года я работаю с этой концепцией, с нашей командой, белорусской командой, директоров и лидеров концепции управления здоровьем и сети. Да, вот такой буклет, здесь она представлена. Это основные направления. Сегодня мы разберем более подробно эту систему.
Система позволяет что? Позволяет создать дуплицированную систему, которая через некоторое время будет работать постоянно и без вас. Это здорово. Ваша задача будет только в этой системе расширять базу знаний в области технологии и менеджмента. Это бизнес. Это первое. Второй момент – это то, что данная система дуплицируема. Это основной принцип сетевого маркетинга. Да? Потому что система, которая не дуплицируется, она неинтересна для развития и масштабирования бизнеса. И третий момент – это простота и результативность этой системы. Вот представьте, с 2004 года сколько десятков тысяч людей получили результаты уже на этапе клининг, да, очищение, реабилитация желудочно кишечного тракта. И, кстати, по моим ощущениям, у нас постепенно вот это клининг номер один по продажам, но постепенно набирает обороты. Здоровье круглый год, это Б, это билдинг, этап питания. Да? То есть, по сути дела, в ближайшее время наша основная цель сведется к тому, чтобы накормить клетку, чтобы она не была голодной, чтобы она была накормлена нутрицептиками, и тогда организм, как говорится, запоет и заживет. Да? Вот, это называется жизнь, когда есть энергия, когда есть мотивация к тому, чтобы идти дальше, и когда есть желание создавать команду. Поэтому все по очереди. Вначале мы разберем сегодня концепцию ABCD, потом я вам поделюсь опытом, как мы работаем с этой концепцией, какие это дает результаты. Итак, первое. Самой концепции. Первый блок – это A. Многие из уже слышали мое выступление с Татьяной в Украине, в Польше, в России, в Беларуси. Так уже, наверное, думаю, что мы только об этом и говорим. Дело в том, что если вы хотите что-то создать и раскрутить в своей организации, концентрируйтесь на этом. Не распыляйте все усилия на все. Мое мнение, что все спикеры, которые выступают на глобальных мероприятиях, там, день рождения и прочие мероприятия, лидерские школы, они должны давать качественный контент, чтобы мы могли что-то взять и использовать для роста нашего бизнеса. Поэтому моя задача сегодня дать вам контент, который вы используете для вашего бизнеса. И это позволит вам его масштабировать и увеличивать продажи. Итак, первый этап – aim. Это движение, активность, это зарядка, это фитнес, это плавание, ходьба. Для себя я принял установку, что моя задача в день стремиться к цифре 10 тысяч шагов, делать утреннюю зарядку, подтягиваться, работать со своим телом на брусьях, то есть использовать актив, заниматься лыжным спортом, то есть использовать активности, которые бы пробудили мое тело и дали ему желание для того, чтобы появилась энергия. Я проанализировал и увидел, что когда я занимаюсь зарядкой, моя эффективность в среднем на 20% выше в этот день. По встречам, по активности, по энергии, с которой я провожу эти встречи. Еще один из секретов моего успеха, часто задают дистрибьюторы, мои лидеры, вопрос, каким образом я успеваю столько всего в течение дня. Это переключение собственной на физическую работу. У нас есть Фольварок, это родовое место, где жила моя прабабушка, и там нужно иногда, не то чтобы иногда, постоянно физически поработать. Да? Ну, во-первых, это доставляет мне удовольствие, а во-вторых, это позволяет переключиться собственного труда, которым я занимаюсь в NST, на физическую работу. То есть вот это переключение в течение недели, даже могут быть дни, в которые только физическая работа, да, собственная на физическую, дает мне энергию. Восполнение энергии приводит к новым идеям. Когда появляются новые идеи, появляются новые люди, новые проекты, растут новые лидеры и растет бизнес в целом. Поэтому вот это переключение физ, умственное, физическое, умственное. Да? Хорошо это даже делать в течение дня. То есть у меня сегодня была вот физическая нагрузка, это, ну, я был сегодня в Фольварке,
Потом у меня была умственная нагрузка, это встречи. Перед вами был домашний кружок, у нас сейчас проходят минские курсы по нутрициологии. Они собрали более 500 человек из, в основном это Беларусь, но, конечно же, из и России, и Украины, и Прибалтика, Польша, то есть со всех рынков у нас здесь мощное мероприятие. И поэтому сюда уходит много умственной энергии, энергии на общение. И нужна физуха. Вот 4 дня я уже чувствую, что мне просто нужно выбраться на природу, что-то там поделать для того, чтобы восстановить, да, свой потенциал. Следующий момент – это активная жизненная позиция. Ну, я думаю, что NSP – это здесь остаются те люди, которые по натуре стремятся к лучшей жизни, к позитиву. Каждый из нас живет так, как он думает. Мне очень понравилась фраза, я сейчас постараюсь ее найти. Значит, на айфоне, где очень четко сказано про мысли наши, да. Ну, вот научитесь наслаждаться каждой минутой своей жизни, это наша жизнь, мы ее живем один раз, и поэтому мы берем от нее по максимуму. Это моя задача, да, брать по максимуму, наслаждаться каждой минутой жизни и учиться перестраивать свое сознание, мышление. И не разрушать себя, уходить от негатива, да? Обрубать этот негатив, не погружаться в какие-то негативные. Это забирает ваши силы, энергию и уменьшает вашу эффективность. Так вот, фраза Амумома, которая мне очень понравилась, любое из состояний – это мысль. Не нравится состояние – поменяйте мысль. Да? Можете себе даже записать, как девиз такой, да, для себя, что любое из состояний – это мысль. Не нравится состояние – поменяйте мысль. Следующий момент – это билдинг. Это ключевой момент, я считаю, это основной момент в нашем деле NSP, потому что мы закрываем вопрос более 100 продуктами по нутрицептикам. Билдинг, питание, накормить клетку. Не накормить желудок. Я вспоминаю историю, когда мы учились в школе и собирались там на какие-то встречи с друзьями, мы закупались, шли в магазин, и нам всего хотелось, всего-всего, набирали полную корзину. Почему? Потому что это физиология, когда ты голоден, ты пришел в магазин, у тебя слюна, извините, потекла, колокольчик зазвонил, рука потянулась, и у тебя в корзине 70% пищевого мусора. Когда ваша клетка накормлена, не желудок, а клетка накормлена, тогда это все junk food, да, ну, мертвая еда, да, не то что вредная, ничего нет, да, полезного, а есть еще и токсические отравляющие вещества. Она, ваша вот психология, ваше внутреннее состояние, способствует тому, что вы просто не реагируете на 70% пищевого мусора в магазине. Вот. Чем нужно накормить свою клетку? Во-первых, водой. Да? Во-вторых, нужно завтракать. Друзья мои, те, кто не завтракает, белок с утра. Самый доступный белок с утра – это яйца. Да? Яйца в любом виде, в любой форме. Вы не любите яйца, но разболтайте смартфон. А лучше яйца и смартфон, да? Вот. И, конечно же, это питание клетки. Безусловно, питание клетки – это то, что позволит дать строительный материал. И к нему относятся полноценные белки, эссенциальные липиды, полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, витамины, минералы, антиоксиданты, волокна, омега-3, энзимы, коэнзим К10, фермент К10. Да? То есть это то, что кормит нашу клетку. И это основная область нашей компетенции – нутрициология, нутрицептика, питание. Питание, и сюда мы относим набор по питанию, здоровью и полугода. Это базовый набор, который находится в центре питания. Все остальное мы дополняем ну, простым набором продуктов, которые мы кушаем каждый. Знаете, вот моя концепция жизни, она такова, что я не люблю сложности,
которые создают для меня какие-то, ну, неприятные ощущения. Вообще, учусь жить легко с позиции какой, да, то есть логистики. Да? По образованию маркетолог, логист, менеджер. И вот эти три кита, маркетинг, менеджмент, логистика, они формируют концепцию моей жизни. Да? И вот логистика заключается в том, чтобы как можно это было удобнее и проще. Ведь можно было бы травы собирать, там, сушить, заваривать. И на самом деле я люблю травы, там, чаи и прочее. Но я понимаю, что у меня на это каждый день просто нет времени, первое. Второе, что я хочу получить результат, эффективность. Поэтому я вот, одноминутная презентация продукта любого, который вы любите, это ваша задача как спонсора показать своей команде, своим новичкам презентацию продукта за минуту. Да? Что я сейчас и делаю? Я утром просыпаюсь, открываю холодильник, достаю бутылочку сока люцерна, нашего жидкого хлорофилла Nature Sunshine. Беру стакан, наливаю воды из фильтра, добавляю туда на глаз сок люцерны, беру горсть витаминов, минералов, то, о чем я сейчас говорил, группа С, и запиваю стаканом хлорофилла разведенного с водой. Для чего? Да, мне 34 года, и не потому, что вот прям, потому что подумать, вау, столько таблеток, больной, наверное, 34 года сменит целое. Да нет, друзья мои, на самом деле дорого выпадать из тем, дорого болеть, в конце-то концов, да? Поэтому на самом деле гораздо важнее, чтобы вы оставались в теме как можно больше. И это первое, да, потому что хлорофилл, он детокс, он очищает организм, он дает легкость. А второй момент – это эффективность, это энергия, это кислород, который обогащает наш организм и защищает хлорофилл наш организм. Поэтому первое – это энергия, да, и эффективность. Моя эффективность я проанализировал вот при таком наборе витаминов, минералов, кальция, омеги, лецитина, цинка и прочее. То есть это не какие-то космические объемы. Я с утра выпиваю свою норму, и этого хватает для того, чтобы весь день быть эффективным. Эффективность в среднем возрастает на 25-35%. Что я понимаю под эффективностью? Встречи, сделки, заказы, переговоры и прочие моменты, которые позволяют решать массу вопросов. Поэтому вот эта одноминутная презентация любого продукта, она должна быть у вас, то, что вы любите. Я люблю хлорофилл, и вот эту волшебную змейку, туда входит, например, три лецитина, ну, у меня три лецитина, одна или две омеги, два пептовита, два келпа, кальций, остеол по одной, например, цинк, хром, ну, чередую чеснок, да, что-то вот, кофермент обязательно, да, что еще может быть, фекал, обожаю, богатыми витаминами группы В, продукт Exhausted Energy. И вот это коктейль, который дает уверенность в том, что ты можешь эту всю нагрузочку потянуть, трудом, да. Вот это билдинг, клининг, следующий этап, это очищение организма. Человек, мне понравилась фраза Смоляги Татьяны, которая сказала, что человек не только ест то, что он ест, человек не только ест то, что он ест, но и еще то, что переваривает. Поэтому сюда мы отнесем, безусловно, очищение организма, противогрибковое, противопаразитарное, гигиену, да, то есть гигиену мы содержим толстый кишечник, печень, хеликобактер убираем. Вы знаете, я иногда слышу такие вещи, когда мне говорят, что не просто мне, где-то там пытаются обсуждать, что ЖКТ – это маркетинговый ход. Друзья мои, манипуляция – это не на всю жизнь. Если вы хотите создать семью, на манипуляции можно на одну ночь, но это не семья. Поэтому о чем речь? Программа реабилитации ЖКТ как раз-таки создавалась для того, чтобы у нас формировалась команда, база полноценных, постоянных клиентов компании. Человек, который получил разовый результат стабильный, он остается с нами навсегда.
Вот, поэтому можно дать какой-нибудь быстренький там токс или еще что-то, чтобы человека замотивировать здесь быть. А стабильный результат, да? Я сейчас говорю прежде всего, там, например, попить там два продукта, каскара с локла, там еще что-то, это будет очистка. Друзья мои, это может быть каким-то вариантом, но это не будет программой реабилитации желудочно-кишечного тракта, модулирования иммунитета и запуска организма как самодостаточной системы. Поэтому у вас есть два варианта. Или все время что-то изобретать, такие маленькие программочки, или дать людям базу. Базу – это ABCD, это концепция управления здоровьем, которая является конкурентным преимуществом нашей команды NSP. На сегодняшний день ни у одной компании нет такой разработанной, слаженной системы управления здоровьем. И да, уже 5 лет Антилевский Вячеслав, это наш директор, Олег Ирина и Сергей, на такой период мы отдали его в компанию для того, чтобы он сам, у нас было согласовано, что Вячеслав создает для всей компании единую политику управления здоровьем, для того, чтобы у нас была система. Вот, поэтому я желаю, чтобы вы ценили то, что создается, и использовали те инструменты, которые на первый взгляд выглядят, может быть, как не столь быстро, ярко, красиво, но в то же время они стабильно создающие фундамент, фундамент вашего мощного бизнеса. Так вот, система ЖКТ, реабилитация организма, направлена на решение серьезных вопросов. Первый вопрос в этой системе, кстати, поставьте плюсиками, кто уже проходил эту систему реабилитации ЖКТ, и буду благодарен, кто напишет результат в чате. Система рассчитана на 3 месяца, и за эти 3 месяца у нас формируются отношения с нашим партнером, с нашим новичком. В течение этого времени наша задача подключить его в системе вебинара, зала. Многие, кстати, недооценивают роль системы сопровождения. Да? То есть важно не только подключить человека, а сопровождать. Да? Вот Анатолий Писарев поставил аж 3 плюсика, наверное, 3 раза уже ЖКТ проходили. Да? А вот напишите, да, кто использовал, напишите ваши результаты. Буду очень благодарен. Светлана 2 раза проходила уже ЖКТ. Ага, хорошо. Вот, потому что ЖКТ, она эта программа, база, решает серьезные вопросы со здоровьем и выводит организм в поле самодостаточности. Следующий блок – это Direction, это продукты направленного действия, которые работают по 12 системам организма. Это продукты узкого направления – онкопротекторы, хондро, кардио, гепатопротекторы, защита, здоровые кости, здоровые сосуды, здоровая печень – это все направлено на восстановление 12 ключевых систем нашего организма. На сегодняшний день компания Nature Sunshine разработала уже 19 программ. Из них 2 программы относятся к группе Building, питание, это здоровый ребенок, и здоровье круглый год. Одна система относится к клинингу, это реабилитация ЖКТ. И мы стремимся, чтобы в компании появилась еще одна программа, это реабилитация детского ЖКТ. Да, она есть, мы с ней работаем, но пока такого набора компания не сделала. Очень надеемся, что в скором времени он появится. И 16 программ по системе D. Это направленное действие. 16 программ, они закрывают практически все вопросы по здоровью. Компания постоянно разрабатывает новые программы для того, чтобы быть конкурентоспособной. Следующий момент, который сегодня мы с вами используем, это концепция. Каким образом использовать концепция BCD для создания стабильной повторной покупки пользователя. Итак, первое, с чем мы работаем, это новый инструмент, который сейчас вот доработан. Это аналитический тест здоровья. Да? Все мы знаем этот тест. Сейчас он доработан для того, чтобы мы могли визуализировать картинку. 90, ну вообще, наверное, может и меньше, 70, я думаю, точно, процентов людей это визуалы. Это те, кто заполнил тест,
получил результат и хочет увидеть результат. Да? Об этом сегодня расскажу вам более подробно. Это первый инструмент. Второй – это анкета по здоровью. Это анкета, которую предложил Сергей Потапенко. Я думаю, что такие анкеты у вас уже у многих есть. Мы с вами встречали. Анкета здоровья, которая позволяет понять, что происходит с организмом человека. Вот так она выглядит, сторонняя черно-белая. И, безусловно, дистансеризация, анализы, УЗИ и так далее, для того, чтобы увидеть, что происходит с организмом у тех, у кого есть конкретные проблемы. Далее, то есть мы заполняем все эти три теста. На помощь нам приходят pH-полоски. Потрясающий инструмент. Меня недавно рассмешил наш семейный гинеколог Ирина Ивановна Тесновец. Ей позвонила подруга из Германии и доложила о том, что она в течение недели в супер немецкую клинику носила анализы мочи. В течение недели она в разные периоды дня сдавала для того, чтобы... Ирина Ивановна поинтересовалась, а что же там проверяли, что же они вам рассказали? С такой важностью и гордостью подруга сообщила, что они проверяли уровень pH. Да? Вот. И самое интересное, когда она рассказала, сколько это стоило. Обошлось ей это 180 евро. А теперь давайте посчитаем стоимость наших pH-полосок. В районе 4 долларов, они 100 штук стоят. Ну пусть за неделю бы она израсходовала бы там, ну, по 5, да, то есть на 20 человек рассчитана эта туба. Вот, поэтому я пошутил, говорю, Ирина Ивановна, уходите из медицинского центра, начнем брать анализы на pH. Да? Вот, то есть, ну, до абсурда становится смешно, когда мы видим, что из простых вещей, казалось бы, для нас, да, уровень pH, слюны, мочи, клиники делают серьезный бизнес просто. Да? Вот, поэтому pH, он позволяет после тестов еще раз подтвердить, что есть у человека какие-то моментики, вопросики. Он показывает кислотность слюны. Очень часто у людей повышенная кислотность. Да? То есть это вопросики идут в области, в плоскости могут идти гастрита, не говоря уже о язвенной болезни. Поэтому повышенная кислотность, да, показывает тест. Классный инструмент. Дальше, после того, как мы заполнили тесты, мы переключаемся в область реабилитации ЖКТ. То, с чего мы начинаем, программа реабилитации желудочно-кишечного тракта. Эта программа рассчитана на 3 месяца. И мне очень нравится вот такой черно-белый вариант, где можно легко подписать, добавить, убрать. А почему? Потому что мы первый раз с клиентом проходим полную программу. То есть мы вот это если то даже не рассматриваем. Мы берем все по очереди и на 3 месяца в месяц обходится порядка 100 долларов. Да, человеку это полная программа, углубленная программа реабилитации ЖКТ. Единственное, что еще важно, вот для чего мы заполняем, кроме аналитического теста, тест здоровья, да? Для того, чтобы подобрать продукты быстрого реагирования. То есть продукты, которые дают мгновенный там, в течение 2-3 недель результат. Например, вам пришел человек, заполнил тест, у него показала костно-суставная система, суставы, там, ну, например, остеопороз, там еще что-то, да, разрушается сустав. И мы 3 месяца, к сожалению, не можем ждать, пока этот сустав будет разрушаться. Мы должны параллельно с ЖКТ дать партнеру 2-3, ну максимум 5 продуктов, как правило, это 1-2-3 продукта, дающих быстрый результат в течение 2-3 недель. И мы подключаем, например, Басвелю или Буплеру с омега-3. Да? Все, 2 недели уходит в год. И там местно кайфу или релакс. И это говорит о том, что продукт работает. Человек видит результат, он продолжает пить программу ЖКТ, потом здоровые кости со второго месяца и далее здоровые суставы. Вот, поэтому важно, для чего организуются курсы нутрициологии, работают залы, проводятся вебинары, работают группы в соцсетях, мессенджерах, для того, чтобы повышать нашу грамотность, чтобы мы становились грамотными консультантами и могли на основании аналитического теста и теста здоровья составить программу реабилитации ЖКТ, подобрав несколько продуктов, дающие результаты.
результат. Далее, после того, как мы проходим программу ЖКТ, мы запитываем организм. И здесь нам на помощь приходит программа здоровья круглый год. Почему мое мнение таково, что программа здоровья круглый год с ЛСП должна для нас стать программой номер один? Потому что реабилитацию ЖКТ, очищение организма нам достаточно проходить 1-2 раза в год. А кушать хочется всегда. Да? То есть мы должны каждый день кормить наш организм все 12 месяцев в году. Поэтому вот то, что находится внутри, это та база, которая нам необходима для того, чтобы содержать свой организм в здоровом духе, в здоровом теле. И дальше по сезонам весна, зима, лето, осень у нас расписаны какие-то дополнительные продукты. В этом есть логистика, чтобы это было удобно. Например, не все готовы посещать семинары, а иметь концепцию здоровья для того, чтобы понимать, в какой период какие продукты важно подключить к нашей программе приема витаминов. Далее, как это работает? Итак, этапы проведения встреч. У нас есть два формата встреч, это индивидуальные, групповые занятия в форме домашнего кружка и в форме индивидуальной встречи. И на первом этапе мы будем сейчас пошагово разбирать эти все этапы, это всего 10. Значит, ну первое, это презентация аналитического теста. Да? То есть нам нужно продать тест. То есть этот тест разработан вообще американцами. Сейчас это у нас институтические испытания имени Фьюза. Одобрен ассоциацией диетологов, специалистами, нутрициологами, институтом питания. Также этот тест адаптировали нутрициологи, врачи России, Беларуси, Украины, Казахстана, нашего рынка, для того, чтобы адаптировать под наши пищевые привычки, под наш менталитет, все-таки Америка и наш рынок, они отличаются. Да? Где Беларусь, где Америка. Вот, поэтому этот тест адаптирован, он максимально четко показывает результативность. Поэтому важно рассказать, что это за инструмент. Здесь первым делом мы не продаем ЖКТ, мы презентуем сам тест новичку. Тест позволяет отразить здоровье основных систем вашего организма. Здесь 10 основных систем представлено. Это, кстати, раньше было 9, несколько лет назад в этот тест добавила 10-я система кожи. Да? Какие это системы? Это система переваривания, усвоения пищи. Желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая, нервная система, иммунная, дыхательная, мочевыводящая, эндокринная и опорно-двигательная система, а также кожа. А все этапы заполнения теста указаны, они подробно расписаны в анкете. Да? Сейчас мы вот добавили сюда еще визуализацию в этот тест. И описание также появилось, что это за инструмент. Кстати, благодарен из города Береза, да, нашему лидеру Наталье Катушкевич, которая является художником, дизайнером. Она предложила вот такую картинку визуализации всех систем. Она заключается в следующем. Здесь мы об этом поговорим чуть позже, потому что перейдем к этому. Второй этап. Мы заполняем тест. Мы заполняем тест. Как он заполняется, вы все прекрасно знаете. На вопрос, например, первый, испытываете ли недостаток энергии или упадок сил, вы можете ответить да или нет и поставить галочки во всех белых клеточках, если это утвердите ответ. Если отрицательно, вы переходите к следующему. Так вы заполняете все. Отвечайте на все вопросы, порядка 40, и суммируйте значения, полученные по столбцам, и переносите во вторую таблицу. Во второй таблице вводите в кружочки по каждой системе, и далее переносите значения на итоговую таблицу, итоговую диаграмму. Итак, что здесь важно? Почему это не у всех может работать? Да? Ну, первое. Например, у вас показывает результат теста по многим системам, да, вот в этой таблице, сейчас которая на мониторе представлена, очень хорошо. И человек думает, ну отлично, все супер.
Но это думает тот, кто учился на 4-5 в школе, или на там, 9, 10, 8. Но все ли учились в школе на 4-5 или 8-9-9? Для кого-то 3 это была самая лучшая оценка. И когда он получил удовлетворительно, он считает, что его организм просто потрясающе работает. Понимаете? И мы можем сколь угодно рассказывать, как это важно, делать ЖКТ. А для него 3 это максимум по жизни просто. Да? Поэтому нужно, после того, как вы заполнили первую таблицу, вторую отвели значение в кружочке, да? Например, вот у вас получилось по системе переваривания пищи, например, 8. Удовлетворительно, да? Так вот, смотрим. Вот, объясните клиенту. Очень хорошо, что данная система работает без сбоев, нужно работать над ее поддержанием. Если это хорошо, то система уже начала давать сбои, следует заняться ее восстановлением. То есть уже, смотрите, звоночек зазвонил. Хорошо, уже надо работать. Удовлетворительно, значит, данная система является фактором риска и может привести к заболеванию. И неудовлетворительно, эта система или уже поражена, или в ближайшее время приходит заболевание. Конкретизируйте это. А? Далее. Вот это новый слайд, который, его еще нет, он появится скоро. Это новая система координат, да, для визуализации результата. Значит, здесь что мы сделаем? Мы взяли, и вот в этой итоговой нашей таблице, да, сейчас я загружу, вот курсором вы видите, да, мы значение очень хорошо, да, очень хорошо, мы выделили зеленым цветом. Значение хорошо, меняю цвета, ага, заодно я тут получусь, вот, значение хорошо, мы выделили желтым цветом, да, сейчас я его найду, вот, наверное, да, почему-то он все равно зеленый, значение хорошо мы выделили желтым цветом, да, а значение, так, желтый, да, вот желтый, значение удовлетворительно мы выделили оранжевым, и неудовлетворительно мы выделили красным цветом. Прямо вот красным, да? Вот, и тогда у нас по 10 системам мы отложили 10 осей, каждую разбили на количество галочек максимальных, которые могут быть вот в этой таблице, да? У нас получилась твоя шкала измерений, то есть красным цветом это область, когда у нас неудовлетворительно, оранжевое это удовлетворительно, желтый хорошо и зеленый отлично. И вот это 100% нашего здоровья. Вот этот круг. И мы, отложив на каждой грани, на каждой системе значения, соединив их, мы получаем такую картину. Вот, например, сейчас покажу один из тестов, который я заполнял с клиентом. Да? Вот, мы получили, видно вам, да? Мы получили внутреннюю фигуру. Видите, да? Вот эта внутренняя фигура, это то, что у человека осталось на здоровье. Большой круг это 100%, а то, что внутри, это то, что у него осталось. И вот когда мы это накладываем на цвет, да, то сразу видно, по какой системе красный идет бой, по какой оранжевый нужно работать, фактор риска. Желтый профилактика и зеленый поддерживаем, просто у нас с этим все хорошо. Да? Это визуализирует нашу картину. Вот. Ну вот сейчас, кто на курсах нутрициологии, они смогут, мы типографию на очень хорошей бумаге, качественно заказали эти листовочки, завтра и на дне рождения компании они смогут их приобрести для того, чтобы работать с этим инструментом. Да, я думаю, что мы в субботу и воскресенье также будем их продавать на мероприятии. Следующий момент, да, поэтому вы сможете, кто будет в Минске, милости просим. Сукера Аркадия на день рождения 20 лет. Кстати, еще можно будет купить билетик. Дальше. Это
Следующий этап – это мы выясняем соответствие результатам теста, ощущениям человека и берем… Сейчас у нас 5 рекомендаций, да? Раньше было 3, сделали 5. Каким образом это сделать? Ну, первое, нужно задать вопрос. Скажите, вы тест сами заполняете? Вы согласны с полученными результатами? Среди ваших знакомых, близких людей есть люди, которым бы вы хотели помочь? Я говорю, не пишите всех, напишите самых важных для вас, там, 3-5 человек, которым, ну, для вас важно, чтобы эти люди прошли этот тест и были ознакомлены с состоянием своего здоровья. Напишите тех людей, есть люди, которые в окружении, они сами просто интересуются своим здоровьем. Есть такие. Есть люди, которые ваши родные, близкие, друзья, и вы хотели бы, чтобы они тоже прошли этот тест. Вот, поэтому напишите самых важных для вас людей. Следующий этап. Это далее. Значит, мы взяли рекомендацию, вот обратите внимание, мы взяли рекомендацию, никогда уже человек заказ сделал, до заказа может и не дойти дело, да? Вот, хотя если грамотно работает, доходит. Если не на первый, то на второй, если не на второй, то на третий. А как раз таки тогда, когда человек увидел состояние своего здоровья, и после этого он дает рекомендации, потому что его впечатлило. Система тестирования, да? Потому что тест настолько точно показывает результаты, что, ну, вот, диву даешься, кто его разработал так грамотно и адаптировал. Следующий этап. Мы задаем несколько вопросов для того, чтобы сделать переход от теста к восстановлению, к клинингу, к системе реабилитации ЖКТ. Вопросы эти разработали наши спонсоры. Они, в общем-то, использовали метод ассоциации. Например, ну, как хорошо работают ассоциации? Они работают отлично, когда вы легко делаете дело и, например, приводите аналогию, например, с тем, чтобы почистить зубы и убрать в своем доме, или же принять душ, или же в автомобиле поменять масло и фильтр. Да? То есть люди не любят нагружено какого-то умничества. И когда-то это нужно, безусловно, для этого есть семинары, для этого есть вебинары. Вы, как партнер компании, ваша система должна быть максимально интересной, простой и эффективной в дуплицировании. Поэтому мы задаем вопрос, например, как часто вы чистите зубы? А кто вас этому научил? Ну, безусловно, родители, 2 раза в день. А как часто вы убираете в квартире? А что будет, если не убираете в течение месяца, а года? А 10 лет, а мне 34 года, не убирать, представляете, кому-то больше. А кто вас научил убирать в своем организме? Реабилитировать организм. То есть, понимаете, мы подводим человека, не сразу, вот тебе тест, вот тебе ЖКТ. Подведите человека, приведите ассоциацию, чтобы он сам начал думать. Наша задача включить мышление о том, что мы зубы чистим, домик убираем, в машине масло и фильтры меняем, душ принимаем, самому неприятно, другие почувствуют. А что касается нашего организма, мы почему-то не задумываемся о том, что нужно убрать оттуда паразитов, толстый кишечник почистить, убрать оттуда глисты простейшие. Им комфортно там, но вопрос, комфортно ли нам вместе с ними. Вот, поэтому подведите к реабилитации. Поэтому вот эта фраза о том, что нас действительно никто не научил, что нужно заниматься восстановлением, профилактикой, реабилитацией своего организма. Потому что не научили ни родителей, ни их этому никто не обучал. А время-то поменялось. Когда раньше прабабушка могла морковку достать из грядки, протереть ее, там платье съесть, ну, образно выражаясь, то сейчас и она получила все, что нужно. Сейчас даже семена продаются генномодифицированные. Когда мне уверяют, что я выращиваюсь сам, я тоже выращиваюсь сам. Ну, на летний период мне хватает иногда что-то на нашей семье на осенний. Да? Вопрос же в другом. А семена вы где взяли? У вас уже семена ГМО. Из ГМО семян вырастают ГМО овощи. Зачем себя обманывать о том, что вы прям вот суперздоровое все едите
и не ходите в гипермаркет, не покупаете там фрукты, овощи и так далее. Да? И крупы, мука, пшено, они тоже не обработаны пестицидами. То есть, ну, давайте не обманывать себя. Время меняется, и поэтому сбой в работе основных систем организма связан, прежде всего, с зашлакованностью клеток нашего организма и разбалансированной работой желудочно-кишечного тракта. Да. Поэтому основная наша задача – это реабилитировать наш организм. То есть у нас есть программа ЖКТ. Здесь мы переходим к программе. Важно представить программу, об этом я уже сегодня говорил, основной программе. Нужно ориентироваться во всех продуктах, которые в нее включены. Это вы должны знать четко. Четко. О каждом продукте по чуть-чуть, не нужно загружать большой презентации, просто о четырех этапах рассказать новичку. Об этапе первом, втором, третьем, четвертом. 45 дней мы убираем условно патогенную флору, 45 дней мы заселяем полезную флору. И далее у нас есть несколько вариантов приобретения. Это по розничной цене, да, полный комплект без дисконта, но, как правило, все разумные люди покупают или второй, или третий вариант. Это полный этап по дисконту, когда мы регистрируем человека на nsp25.ru или по своей реферальной ссылке, или же в бумажном носителе. Или же второй этап – это в три этапа. То есть человек покупает не все, а по частям. Вот. Но вот у нас есть разработана программа ЖКТ, реабилитация. Она стоит $110. Это базовый продукт, базовая программа, 7 продуктов. Когда мы ее покупаем, мы экономим еще практически на бутылку хлорофила. И это база на 3 месяца. К этой базе мы подключаем расширенные продукты, которые расписаны в программе реабилитации ЖКТ. Это все есть в буклетах компании, это все можно приобрести в сервисных центрах, а также на сайте nato.ru. С этим можно ознакомиться. Далее мы делаем специальное предложение для тех, кто приобрел эту программу. То есть мы задаем вопрос, интересно ли человеку получать в районе $200-300 на продукцию за счет компании NSP. То есть не предлагаем работать, мы предлагаем человеку создать дополнительный бонус в районе $250 в месяц от компании для того, чтобы закрыть для своей семьи вопросы, связанные со здоровьем. То есть стать лидером. И далее. Ага, я понял. И далее наша задача заключается в том, чтобы включиться в работу с партнером по схеме Sponsored Group. То есть мы в середине, где-то у нас, по-моему, 6-й этап, мы получили список рекомендаций. И вот уже для тех партнеров, которые начинают программу реабилитации, наша задача в первые 3 месяца или 4 после регистрации, с момента регистрации, закрыть ранглидинг. То есть отработать окружение и отработать команду, которая бы сделала месяц первый за 700 баллов. Не нужно много цифр. Ребята, услышьте меня, пожалуйста. Новички, когда мы им рассказываем маркетинг, они расфокусируются. Фокусировка на одной цифре – это 800 баллов. Фокусировка на том, что у нас есть инструмент, который позволяет за 3 месяца после регистрации получить в компании бонус $200. А если вы дружите, и, как правило, это всегда так, выстраиваете отношения со своим спонсором, лидером и директором, получить еще бонус за быстрый рост от лидера и директора. И вместо $250 чека, да, от компании получить еще $750 бонусов от спонсора. Но это тема следующего вебинара. Если вам будет интересно, мы можем продолжить общение и запланировать вебинар на тему бизнес-предложения. Об этом пишите организатору Зои Бажатарник, и мы сможем договориться на следующий вебинар. Сегодня наша задача была разобраться в самой системе, в самой программе ABCD, как она работает, какие она дает возможности. Как вы понимаете, я не обладаю медицинским образованием, но это позволяет мне развивать и помогать людям
создавать систему управления своим здоровьем и масштабировать бизнес. Почему? Потому что ранг директор-консультант, который мы закрыли вот с Татьяной по итогам вот в январе, да? По итогам, по-моему, января месяца он был нам присвоен, или декабря. Это работа, год работы. За год товарооборот вырос в 3 раза. И рост произошел в тех ветках, которые работают на самодостаточных принципах. То есть они используют вот эту систему, с которой я с вами сегодня поделился. Пожалуйста, используйте, кому нужна будет помощь. Мы сможем разобрать на следующем вебинаре бизнес-предложение. То есть как человеку показать деньги на NSP и какие финансовые возможности заложены здесь для потребителей, говоря уже о бизнесменах. Вот. Но это суть следующей встречи. На сегодня ваша задача изучить инструменты, разобраться с системой, принять для себя решение, готов ли я создать систему масштабирования бизнеса по 4 основным пунктам ABCD – Active, Building, Cleaning и Direction. И в заключение сегодняшней встречи я желаю вам для себя делать все с легкостью, создавать команду и учиться менеджменту. И у вас все получится, потому что мы работаем в лучшей компании на рынке. Моя мечта, чтобы эта компания стала номер 1 на рынке, международным компаниям NSP. На сегодняшний день мы входим в 5 лучших рынков NSP. Вот. А что касается презентации, она здесь есть в доступе. Я думаю, что я даю добро, чтобы технический отдел доступ открыл эту презентацию, вы сможете ее скачать, использовать для развития вашего бизнеса. Вот, я вижу обратную связь, благодарность. Это всегда заряжает. Я постарался за час сегодня дать вам всю конкретную, четкую информацию по этому методу. На самом деле, когда вы проводите встречу, встреча занимает в среднем 30-40 человек, да? Когда вы работаете с этим непосредственно. Вот, жду ваших результатов, обратной связи, могу сказать, да, слышимость плохая была, понятно, потому что работаю в полевых условиях, у нас нутрициология закончилась в 17:15, до 6 часов у меня был домашний кружок, и после этого здесь, поэтому я в гримерке, вот видите, условия здесь такие, какие есть, слышимость может быть очень хорошая, вот, файл первый, второй, они одинаковые. Посмотрел, здесь на самом деле не 42 слайда, а 21. Это 2 одинаковых файла. 2 файла, они одинаковые. Поэтому, ребята, вы ничего не пропустили. Ну что ж, время подходит к завершению. Успехов. До встречи на дне рождения компании в субботу, воскресенье. Был рад поделиться с вами полезными инструментами. И желаю, чтобы в ваших регионах работала система масштабирования бизнеса. Успехов и до новых встреч, друзья!